всем привет! Сегодня напросился на тест-драйв этого чуда, этой чудо-техники. Спасибо Василию. Интересно безумно. Ощущения неописуемые. Место шикарное. Техника необычная чем? Во-первых, ощущения вообще непонятные. Как себя вести изначально? То ли на лыжах, то ли на снегоходе, то ли бежать с ним рядом, то ли отталкиваться ногами. В общем, нужно пробовать, тестировать. Вопросы все равно к Василию. Приеду еще раз. Не прощаемся. Я сейчас расскажу для подписчиков Василия, что они и просили, я с этим согласен, что сидушку здесь быстросъемную сделать какую-нибудь, чтобы он просто втыкалась без крепежей, чисто для езды по речке, либо по полю. Когда какое-нибудь бездорожье, чтобы можно было снимать и бросать, допустим, сани. И при езде в санях, сейчас покатались, чувствуется, что здесь летит снег, что здесь тоже такой экранчик бы прикрутить, тоже резину, просто чтобы не залетало пассажиру сзади. Во всем остальном по ощущениям езды он похож как на езда на сноуборде. То есть для тех, кто хочет поразвлекаться, вот как я, попутешествовать, это вот для этого техника. Брал он скучные валки, к примеру, а вот этот он типа сноуборда. Только ты не с горочки катишься, а всегда и везде. И плюс, конечно, то, что его легко вытаскивать. Это, на мой взгляд, по сравнению с любым снегоходом, даже с мотособакой. Потому что на мотособаке из-за вариатора не прокручивается гусеница. А здесь он легко проворачивается, его легко вытащить. Ну и вес, соответственно. И все.
Всех приветствую, вы на канале Васюган. Сегодня мы совершили очередной выезд. Температура на улице градусов 10-15, не больше. Погода замечательная, солнце. Катаемся на берегу Оби. Техника идет значительно лучше. Вот мы до этого выезжали, был рыхлый снег. Где-то он застревал. Здесь снег, глубина такая же, не меньше. Но снег полежал несколько дней, и он стал более плотный. Проходит везде. Ну, я думаю, в ролике вы сегодня увидите, как мы катаемся, где катаемся. Техника классная. Так что, ребят, собирайте такую технику, выезжайте, не пожалеете. Всем пока!